Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Дизель-Кисленко. Сегодня у нас 31 декабря 2020 года. Именно тот день, когда мы все провожаем старый 20-й год. Этот год стал для нас, для всех, без исключения, для всех жителей нашего мира, в том числе и Украины, стал годом множественных испытаний, которые мы все благополучно прошли, не сдались, не опустили руки и с уверенностью продолжаем двигаться вперед. Поэтому никакая болезнь нас не сломает, ничто нас не остановит, потому что самое главное – это сила духа. А если человек силен духом, то он пройдет все испытания, которые ему предстоит. Как говорится в православной вере, Бог не посылает тех испытаний, которые человек не способен пройти. Множество людей в этом году перенесли очень многое, очень многое. И радости, и боли, и всего такого. Но этот год нас научил быть еще более откровенными перед своими близкими. Можно сказать, этот год нас сблизил. Несмотря на много кто перенес всяких испытаний, мы все их прошли. И с уверенностью мы продолжаем двигаться вперед. И так нужно, чтобы было всегда. Всегда. Поэтому, дорогие мои зрители, родственники, близкие, все, кто меня знает, хочу пожелать вам в новом 2021 году, в году быка, чтобы у вас у всех было крепкое здоровье, это самое важное, благополучие на работе, в личной жизни, везде, во всех сферах. Также хочу сказать, что чтобы для вас ваша семья всегда вас поддерживала, и чтобы вы всегда могли прийти к своим родителям, к своим близким, и чтобы они с теплом всех вас встречали в крепких объятиях и во всем остальном. Поэтому, дорогие подписчики, дорогие зрители, желаю всем успешно и прекрасно встретить 2021 год и провести его с таким же мужеством, с такой же силой духа, и чтобы никто не сломался перед новыми испытаниями, а успешно их прошел. Всем добра, всем благополучия, всем любви, заботы и всего остального. Также хочу сказать, чтобы вы вот встретили Новый год и в это же время вспомнили, как вы встречали его, когда еще были детьми. И чтобы вам всем Дед Мороз принес самые лучшие подарки, и чтобы у вас всегда был достаток. Попытайтесь хоть ненадолго вспомнить, как вы встречали Новый год, когда сами были еще детьми. Дорогие подписчики, еще раз всех с наступающим 2021 годом. Мира вам, добра, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями, ваш Михаил Дизель-Кисленко.